Мечты сбываются. «Газпром». Вас приветствую я, Дмитрий Киселев. И я, Мария Сивкина. Один шаг до Кубка УЕФА. Питерский «Зенит» против горцев Шотландии. Сегодня в эфире канала «Россия». Не пропустите красивый футбол. Минимум проверок и максимум прав. Президент Медведев уже сегодня упростит жизнь малому и среднему бизнесу. Они оказались рядом с эпицентром землетрясения, но чудом не пострадали. Российские студенты, которые учатся в Китае, вышли на связь. И Россия в Каннах, хоть и вне конкурса, но о себе заявит ярко и с размахом. Во Франции открывается главный мировой кинофорум.